Приветствую всех на своем канале, с вами Галина. Хочу сегодня приготовить очень вкусный шоколадный десерт из кефира и желатина. Здесь я все подготовила для нашего десерта. Кефир, соль, сахар, ванилин, желатин, какао и вода. Ну и, конечно же, блюдо. Блюдо я взяла вот такое большое, стеклянное. В него будем заливать наш десерт. Ну и в первую очередь нам нужно в воде растворить желатин. Так как у меня две бутылки кефира я сегодня буду использовать для нашего десерта, значит, желатина я беру 40 грамм. У меня здесь есть вот такая мерная кружечка. Сюда сейчас насыплю. Она у меня на 60 миллиграмм. Насыплю немножко меньше. Где-то вот так приблизительно 40 грамм. Засыпаем в холодную воду желатин. Перемешиваем. И оставляем его набухать. Желатин у меня быстро растворимый. Оставляем его набухать. Беру свой любимый таз, без тазов никуда. В таз вливаем кефир. У меня две бутылки по 900 грамм. Десерта я готовлю сразу большое количество. Бутылочки поставим. Дальше кефир добавляем 7 столовых ложек сахара. Или же берите по вкусу. Мы любим все сладенькое. 3. Сахар беру не полные ложки. 4, 5, 6, 7. 7 столовых ложек сахара. 2 щепотки соли. Ванилин. Я буду сыпать сразу вот с такой пачки. Вы же берите пакетик или немножко больше. Я вот так на глаз насыплю. Немножко ванилина. Сейчас все это я перемешаю, чтобы сахар растворился. Можно было миксер взять, миксером взбить. Ну, я вот так по-быстренькому венчиком. Ну, а я еще совсем забыла сказать, что желатин я растворяю в стакане воды. Здесь у меня 200 грамм воды и 40 грамм желатина. Желатин набухает. Сахар я размешала. Сейчас сюда буду в кефир рассеивать какао. Здесь я отмерила 8 столовых ложек какао. И сейчас буду просеивать. Просеиваю через сито, чтобы у нас не было комочков. Возьму ложечку, ложечкой буду помогать. Так как сито мелкое взяла. В общем, сейчас просею все это и вам покажу. Вот так образуются комочки, их нужно разбивать ложкой.
Какао просеяла. Сейчас все это перемешаю. Шоколадный десерт получается очень вкусный. Делается из доступных продуктов. Кефир, сахар, соль, ванилин, какао, желатин и вода. Но я сейчас перемешаю и покажу дальше, что получилось. Ну что ж, какао я перемешала. Получилась вот такая масса у нас. Шоколадная. Желатин у нас набух. Сейчас поставлю в микроволновку, чтобы он растворился. Желатин растворился. Сейчас тоненькой струйкой, сразу помешивая, будем вливать желатин в нашу шоколадную массу. Сразу замешиваем вот так быстренько. Форму подготовила. Сейчас будем сюда выливать наш десерт, нашу вкусняшку. Перемешиваю хорошо. Желатин можно растворять на водяной бане, если у вас нет микроволновки. Все, перемешала. Сейчас будем заливать нашу шоколадную массу в форму. Вот так выливаем. Получилась полная форма. У меня немножко осталось. Это я сейчас найду еще одну форму поменьше и тоже туда залью. Ну, остатки я вылила в кружку. И сейчас десерт наш поставлю в холодильник до полного застывания. Ну что ж, вот такой десерт у меня получился. Сейчас сверху я украшу белой кокосовой стружкой. Вот так посыплю. Десерт получается очень вкусный. Делается легко и просто из доступных продуктов. Приготовьте себе, не пожалеете. Это и правда очень вкусно. Вот так сверху обсыпала. Украсила. Ну и будем кушать. Ну я сейчас покажу поближе, что получилось. Ну вот так шоколадный десерт выглядит поближе. Хотите, разлейте его в маленькие пиалочки, тарелочки, кружечки. Я же сделала вот в таком блюде. Разлила в такое большое блюдо. Десерт получается очень вкусный. Обязательно приготовьте его своим деткам. Я уверена, за уши вы их от такого шоколадного десерта не оторвете. Вот такая красота и вкуснота получается.